Рынкала. Ансамбль крепости на Рынкала. 7 век до нашей эры. 6 век нашей эры. Это 500 век до нашей эры. Строят до этих пор. Строится памятник исключительно мировой ценности. Это фонтан, выполнен в персидском стиле, у самих ворот. Это зиндан. Сюда бросают сейчас монеты, но раньше тут содержали арестованных. Чеканка. В прошлый раз, когда я приезжал, так много народу не было. Ну, после того, как отметили 2000 лет, да, видимо, начали проявлять еще повышенный интерес, поэтому сегодня много народу. Вон там мы видим камни, обработанные опять-таки в персидском стиле. Это сасанинский привод. Итак, продолжаем экскурсию. Вот стена. Туристы могут пройти по ней. Здесь с момента последнего посещения все убрано, все хорошо. Крепостные пушки, артиллерия. Вот здание Гауптвахты, памятник архитектуры начала 19 века, пожалуйста. Сюда сажали штрафных арестантов, которые совершили те или иные правонарушения. Мы приближаемся к очередному экспонату. Здесь написано, что Дербент в 6-15 веках обладал гаванью внушительных размеров. Она была хорошо укреплена, вход строго контролировался. В середине находилась якорь стоянка для судов. Вот это, как мне кажется, это якора. Вот что сохранилось. А это гавань. Море, наверное, сюда до сюда доходило. Так. Средневековый Дербент – это крупнейший порт на Каспии, международной транзитной торговли, один из важнейших центров Великого Шелкового пути и Ворско-Каспийской трассы. Вот, пожалуйста, это что касается мореходства, это якоря и прочее утварь. А вот как видим наш город с этой позиции. Давай, хочешь туда? Давай. 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 Давай
Вот посмотрим, куда она зашла. Вы же смотрите. Да, говорят даже до моря туда, выход к морю. Да, здесь предстоит еще раскопать. Пойдем, так, наша стена. Мы поднимаемся еще выше. Вот надгробные камни. Вот выполнены в персидском стиле. Это сасанитская культура. Ну, это... Я так думаю, что это... 5-4 век до нашей эры, но они до нас дошли, так сохранились.